Добрый день! Вы на канале «Зеленый май». С вами его ведущая Людмила Палагута. В конце июня, начале июля мой сад заполняет аромат жасмина садового, или, как его иначе называют, чебушник. Только на первый взгляд кажется, что все чебушники одинаковые. На самом деле все сорта очень сильно отличаются. Они отличаются высотой куста, габистусом, ароматом и размерами и цветом цветка. Сложно представить русскую усадьбу без жасмина. Этот кустарник всегда был визитной карточкой каждой русской усадьбы. И в 30-е годы прошлого столетия наш с вами соотечественник Николай Кузьмич Вехов начал селекцию этих растений. И им было создано достаточно большое количество сортов. Ну, насколько я помню, более 30. Вот сейчас мы с вами стоим у одного из прекраснейших сортов. Сорт называется «Помпон». Вы видите, что цветок слегка махровый. Цветет куст очень обильно, куст очень ароматный. И обильное цветение, даже ветки не выдерживают такого количества цветков и несколько прогибаются. Вот мы видим, как различаются сорта между собой. Вот я сейчас стою возле сорта Эльбрус. Ну и Эльбрус, он оправдывает свое название. Это очень высокий куст, это еще не полный его размер. Он будет около 3 метров. Отличаются на обычного видового чебушника тем, что соцветия более плотные, но цветок тоже простой абсолютно, и он не ароматный, что, может быть, является и плюсом его, потому что некоторые испытывают аллергию на запахи, поэтому вот этот чебушник вы можете смело посадить в своем саду. Еще один прекрасный сорт Николая Вехова, сорт называется «Лунный свет». Вы видите, этот куст уже очень компактный, он небольшой, очень обильно цветет. Еще здесь много-много-много бутонов, он расцветет. Отличается он от всех нежным ароматом, махровым цветком. И главное, здесь такой оттенок, очень красивый, нежный. Слегка напоминает цвет луны кому-то, видимо, раз он лунный свет. А мне он напоминает оттенок лайма. Этот сорт называется очень романтично «Балет мотыльков». Видимо, такое ощущение, что большое количество белоснежных мотыльков опустилось на куст. Сам куст очень такой органичный, красиво смотрится, ровный. И большое количество соцветий. Аромат слабый, но достаточно такой изысканный и нежный. А вот этот сорт очень необычный. Он так и называется – необычный. В чем же его исключительность? А в том, что серединка у него насыщенного бордового цвета. Зацветает он одним из первых. В этот момент сад наполняется запахом, ярким-ярким запахом земляники. Сам куст небольшой, компактный и цветет довольно долго и продолжительно. Сейчас мы с вами стоим возле сорта. Сорт называется «Лавина». Я надеюсь, что увидеть эту лавину еще в полной ее декоративности, потому что на данный момент еще куст не крупный, и он не показывает свою полную декоративность. Свое название получилось из-за того, что ветки под тяжестью соцветий прогибаются. Они такие тонкие, изящные, изгибаются. И такое ощущение, что с куста спадают лавина, снежная лавина. Вот. А запах нежный. И тоже земляничный, как и у сорта необычный, но менее интенсивный. Я очень рада, что сегодня смогла показать вам свою коллекцию чебушников. Если вам недостаточно информации, более подробно вы можете посмотреть ее здесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. Всего доброго.